Сейчас, блин, этот Урал уберу еще. Бесполезно тут стоит вообще. Тут пожарный вариант. Да им даже краза потом не выдернуть будет, так что чё, тут вообще ни о чем как бы. Автомобиль ни о чем. Все, парни, я погнал. Вы на горе там? Не, я тут знаки дергаю ставил. А, вот. Да, можно было вон там забраться. Наверное. Где ты упал? Ой, давай не полезем там, где надо, ну и нафиг. Ну ты едь меня, если что, поднимешь там. Все, я поехал тогда. Давай. Назад, правда. Ага, не все так просто. На этот раз надо поаккуратнее. Я что-то как не хочу уже опять летать. О, первый появился. Видишь меня, да? Да. А, вон он ты точно. Я намутился здесь с прицепом. Короче, все, я слезаю. Все там никак вообще. Ну да, ты меня тут не поднимешь. Слишком. Слишком ух. Хотя спуститься там, если как бы вот как я там спускался с автономкой или с портом. Опять у меня камнепад. Второго вижу. Блин, камни какие большие. Сейчас опять Диман веточки все опять на месте. А, у меня-то да, точно, ёлы упала. Так, вот здесь я в прошлый раз навернулся. В этот раз я вроде бы проехал, да, проехал. Может, ты меня там поднимешь? Я спущусь здесь. Да не, да как я тут, нифига себе, тут отвесная просто скала. Там, где я съезжал, вот после ЗИЛа. Едь давай по-честному. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, черт побери! Я маленечко упал. Не зацепиться мне, похоже, не за что, парни. Я упал. О, нормально. Вылез? Прицепом. Прицепом. Ну же прицеп тебя не привернул. Да я ж этот с маленьким ростом. Кстати, от него след есть. От отпуска? Да. Так он и будет. От отпуска есть следы от прицепов, от отпуска. Ты два нажми, и у тебя будет вид от того, с чем ты едешь, как бы. От прицепа или от отпуска, и у тебя будет все там, да. Эти доски я все тут сдвинул. Пытался поехать сейчас с видом из кабины. Вообще ничего не видно.
Если бы в жизни такая дорога, это только вот в окошко, что я наверное, сейчас упаду, наверное, вылез блин. Просто и смотришь. Нет, нет, все нормально, вроде вытащил. Да, я не представляю, как тут с ростками чесать, вообще жесть. Это жесть просто. Вдруг Паша прилетел на скорости. Ну, я что-то лихо так пошел. Тут еще и вода какая-то, блин, в повороте там, где грязь. Да, есть водичка. А, вон Диман едет, вижу. Я уже узела тут. А, мы на пилораме тогда тебя ждем. Ой, на лес повали. Да что мне прям вот прет что-то. Эта поездка у меня вообще какая-то тяжелая. Опять завалил его. Что, вылезешь? Да, я опять прицепом сейчас. Прицепился. Колеса не тягивают, да? Да может, да, как бы. Беда в колесах. Тоже просто третий видос уже пишу, меня уже начинает подбешивать это вся балда. К вертолету. И Паша также. Я не представляю, как тут с прицепом обратно ехать. Е-мое. Еще не знаю, где вертолет, вот как там спускаться вообще. А ну я после так. Паши поеду на вертолет после вертолета. Вверх подняться. Нифига он ломает. Если бы не Паша, я бы сейчас перевернулся. Паша уперся, что ли? Нет, его прицеп. Поддержал маленько. Как тяжко идет с прицепом. Давай. Да я вообще да не представляю, как мы тут поедем обратно. Развернуться здесь не могу. Да, жалко, текстурок тут нет в этом самом салоне. Но он изначально, это не шляпа конверта, это шляпа модели. То есть он и был такой, без текстуры. Я смотрел, гладил. Так, я буду опять сам грузиться. Нравится мне это дело. Тебе надо ехать в эту куда-нибудь в Карелию, в Архангельскую область, там, где лес пилят. Да. Дима, ты как там? Разворачиваюсь. Я вижу. Как говорится, занимаюсь говномесом. Короче, я понял, они сейчас там бету тестируют все походу прямо вот на этой игре, на мультике. Кто тестирует? Вот эти Ови, Мови. Я все, мы не доедем сейчас, парни. Я думаю, точно не доедем. Если я сюда ехал с этим прицепом, тут два раза завалился. Сейчас однозначно, я не знаю, как попрем.
А у тебя еще эти лапы будут болтаться на погрузке. Сейчас попробуем. Так, мы 2 очка надо нам на ту первую пилораму, да? Угу. И 2 осталось по 8. Сейчас мы повезем с вами. Одну мы откроем. Вторая 6. И потом еще надо 4 очка привезти. Да, получается. Ну, надо еще считать тут сидеть, сколько надо привезти. Математика, высшая математика. Паша первый поедет. Я за ним. Сколько там, Паша? 3 надо? 3 надо, да, последняя. Я вижу, да. Блин, маленькая, ну такая вообще тугая. По-моему, третья уже была тоже тугая такая, да? Третья, вот где, да. Где мы на маза? С мазом. Уже, с мазом и кразом ехали. Довольно-таки сложно было. Да, сложно было, потому что с длинным распуском я шел. Удлиненный распуск там был на мазе. Зато интересно было. Да и маз как бы легкий такой. Ну да, как бы там нормально очень прокатили. Там, если ребята, кто это видео смотрит и будет до конца смотреть, то смотрите. Есть. Предыдущее видео там КРАС и МАЗ 509, по-моему. Я видел хорошее видео, долго смеялся. Ты смеялся, а мы ехали, аж мурашки по спине бегали. Там как бы этот КРАС довести, там не перевернуть. МАЗ. Там МАЗ вообще летал просто на задней оси где-нибудь, на горке повиснет и все. Ну, на козла гуляет, морда гуляет. На козла вставал, там встанет, как вывесишь морду, колеса в воздухе. Блин, я, наверное, зря эти одел маленький. Все, Паша. Уже здесь падаешь. Я уже что-то мне уже как-то тут... Сейчас, подожди, я через пиндос попробую. Подожди. Все нормально, пиндосом поднялся. Ё-моё. Так, я сразу говорю, я поеду очень потихоньку. Так что не торопитесь. Я уже думал, все, конец. Конец. Я вообще не знаю, как мы ехать сейчас будем. Это пипец полный. Опа-па. Парам-пам-пам. Паша рванул, говорит, я медленно поеду. Как да рванул? Тут пока прямая, я тут разогнался маленько. Сейчас вот на повороте. Один уже он сейчас. Сейчас я тут застыну. Ваня потихонечку. Давай потихонечку. Ё-моё, вот жесть, слушай. А. Ты уже там у вертолета? Да, я уже тут офигеваю просто. Я за угла посмотрю. Выглянул. Тут жесть, парни, вообще тут жесть просто. А ты тоже с коротким же, да? Я не знаю там, как мы сейчас. Да, он с коротким. О, черт побери. Ты мне бревна на капот положил. Не, сейчас прицеп, наверное, будет заваливать. Заваливать будет 100%. Я вот. Да надо вообще знаю, залазить, как... залазить вот передом на. Подожди, я тебя прицеп толкну вперед. Не надо. А, все! Ваня! Кто все? Не ты, надо ничего ты... толкать, Вань, ты че? Я не упал, никого не толкаю. Давай я тебе лебедку возьму, я тебя назад сейчас спихну. Так не надо, я сейчас к дереву, вон, к дереву. Подожди, у тебя задние колеса на прицепе висят. Я знаю, я сейчас к дереву. Я тут пока... при измене, тут одно неверное движение и все, я ушел. Ах. Паша, перед, лево. Ах. И зад уже сюда, по-моему, не? Ах. Прошел? А, прошел. Это вообще, это жесть, ребята. Это просто жесть вообще. Стой, прям там останавливайся сейчас. Немножко спустись, да. И жди Ваню. У Вани там уже прицеп где-то там застрял. Это Ваня, бери левее, жесть. Левее в повороте вообще. Все, Ваня сейчас, наверное, уже там прет. Не, пошел.
Ребят, это ж крас. Крас по крас. Камера была бы хорошая просмотра, блин. Не знаю, камеру я тут ставил. Так. Не-не, камера хорошая, я ничего не говорю. Я имею в виду, что видно плохо. Так, прикинь, ну-ка, от первого лица еще тут попробую. Да там вообще нереально от первого лица. А! А, нет, все, я уже выключил. О, я спустился. Ваня проехал нормально. Так, я тут проеду. Так я на ручнике. Но я стою на самом краешке дороги. Блин, а я сейчас грохнусь. А, ну да, короче, вот этот. Камера тут в повороте тяжко вообще. Лебедку можешь, Ваня? Я буду сейчас пробовать в бок. Тихо. Да ладно, не пугайте, вы что пугаете? Да блин, мне аж страшно становится. Я все. Прям по краешку едешь. Оба, Диман, там все, что тут тоже упал. Я слишком влево взял. Да я сейчас на этот, на веревку подтянусь нормально. Все нормально. Сердце так кипотит. Так. Сейчас вот самое главное. На ручник. Самое главное. Блин, еще камень тут как-то свалился, ё-моё. Дима, подожди, стой, назад. Руль бы в другую сторону. Зачем? Назад сдавай. Да мне нормально вроде все. Нет, я оттуда вижу. Не знаю, у меня так вообще все тип-топ. А, ну давай. Все. Прошел. Вроде да. Ой-ой-ой. Коротким прошли, предлинные остались. Попробовать. На удаленном распуске. Да. Мне кажется, тут никак вообще. Это уже нереально будет, но. Или с бортовым. С прицепом, в смысле? С бортовым-то еще можно попробовать. Не, прицеп будет длиннее, чем вот эту длину, чем короткий распуск вот этот. Укороченный. Ну длиннее, да. Но он же поворачивает. Все равно. Ну можно попробовать, в принципе. Так, все, я жду, как Паша проедет. Че, мне может опять тут скощунить? Сейчас вероятность того, что можешь на это навернуться выше. Ну-ка, я сейчас такой приценюсь. Ну как бы. Попробовать, нет? Да не надо, нахуй, упадешь сейчас и все. О. А тут нормально. Может даже разогнаться. Вот где Паша, и там должен уже разогнаться. Да, ну я что-то как не хочу разгоняться. Что-то как мне вообще неохота разгоняться. Когда Дима был прав, что в гостях у бабушки на этих разах было бы великолепно ездить. Да. Он как четко ползут. Они вообще мощные кразы. Да, вот этот поворот не очень хороший. Вообще не хороший. Так, все, я прошел. Слава богу. Дима, ты как? Нормально. Да, Дима, походу, полез туда, да? Я уже прям слышу. Что я вижу. Он уже там. Блин. Не смог проехать, все-таки слез туда. Паша, а ты тут едешь? Зацепишь да. Меня, я немножко подтянешь туда вот. Только встань не перед это до мной. Ваня идет, Ваня следом идет. Не-не-не-не, стой. Вот ты сейчас там остановись, еще поближе. И меня мордой за морду. Стоп. За морду меня бери. Ага. Опа. Давай. Мне чтобы просто поровнять встать, я встану как и.
Все, отцепляйся. Вы бы видели, потом видос посмотрите, как я тут спускался. Я думал, все, конец. Я прям вот в самую жесть тянет. Нормально. Так, Ваня едет. Ваня, возьми там. У тебя там насколько можно поправее немножко возьми. Поправее. Прицепом меня зацепишь потом. Хорошо. Давай, давай, давай. Скажешь, как стоп. Стоп, стоп. Стоп, давай цепляй за морду. Ой, парни, вот где сложный поворот. И лебедка, лебедка, давай. Лебедка, не едь, не едь, угу. Лебедка. Тяну. Не едешь. Пошла, пошла потихоньку. Давай, едь, едь, по... Вань. Давай, давай, едь, едь, едь вперед. Сейчас, сейчас, сейчас еду. Пострашнее чуть-чуть. Отцепишь, когда будет. Че? Все нормально. Вылез? Залез? Да. Обалдеть вообще. Да, залез. О, тут вообще жестоко. Ну ничего, мы на кразе. Опять не ночь. Ой-ой-ой, Ваня, стой, 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 Ваня, стой, стой. Так, я стою. Стойте, сейчас подцеплю. Зачем? Самое сложное, я вылезу. Поехали. Там камушек гимнут, не камушек, я на камень заехал. Я немножко газанул, пока мне выбить вот второй. Ого, я все. Да, он проезжает вообще никак. Ой. И я. Отлично. Вылез? Да, вроде правда. Я уже назад поехал. Тебя вытаскивать. Не-не-не, все нормально, прокатило. Паша там живой. Да, я вот на мосту жду вас. Блин, Урал мне бесит. Я его убрал оттуда. Я тоже вот объем. Значит, мой Урал стоит. В угол к забору загнал, чтоб не мешал. Я говорю, надо было его и не ставить, как бы, никчемный аппарат. Нет, ну на всякий случай, потому что мы когда играли, тяжело было попасть в гараж. Все, я развернулся. Да, он не восстанавливался. И опять ночь. Опять ночь, не говори. Ну хоть не это, не спускаемся оттуда. Так, ну-ка. Ладно, поеду. Хотел колеса переобуть на эти. На низкие давления. А, сейчас я знаю, что делаю. Я сейчас эти одену с цепями. Где они? Все, прям буча слегка. Блин, вот эти знаки, тут главное дорога на кон. Деревушка маленькая, столько знаков. Да не говори, как будто на МКАДе на каком-то. Нет, но вдруг Путин сюда приедет. Знаки поставили. Для Путина все. Паша, быстро не гони, я, наверное, тут застряну с этими колесиками маленькими. Все, все, езжай, езжай. Вроде ползет. Зато значит, я на каких тапках еду. В цепях. Весь в цепях. Металлист. Металлист. Пишет и лезет. Блин, конвертик я офигею, наверное, такой видос, все три части. Наверное, после разгрузки нам будет поставить паузу и сходить подышать.
Паша, зачем туда лезешь? А? Паша, нормально, зачем? Парни, он на этих тапках вообще копает, как я не знаю. Да? Я потихоньку еду, да? не догоняй меня. Я тебя не догоняю. Просто мне кто-то на тапках перегонит. Просто нам вот тут сбоку. Вы что так рветесь, утонуть-то? Я тут... Ну вы что делаете, меня сейчас уроните? Я тебя не этот, тебя Вань толкает. Да, я тебя толкаю. Я нормально вылез. Вообще эти тапки тоже не плохо. А сейчас попробовать можно в горку подняться в них. О, Ваня, тут сейчас завалится, да? Нет? Я застрял. Давай. Я реально застрял. Давай сейчас, подожди. Главное, чтобы тебя не уронить там. Ты меня за левую сторону возьми. Блин, что это? Темнота это, друг молодежи. Нифига не вижу. А, уже не надо, я уже вылез. Нет, нифига не вылез. Пошел? Пошел. Давай. Нет, не пошел я. Сейчас, подожди. Я уперся. Я просто встану, чтобы тебе больше, как бы, на уклон сюда. Чтоб не положило тебя просто. Да не положит. О. О. Вылез. Нет, для грязи нам надо широкие тапки. Все, поехали. Паша, ты что вот грузил? Я... А дальнюю грузили там, нет? Там 6 очков на дальней. 6. Или на этой 6 очков, я не помню. На дальней 6. На давайте. Дальней. Вань, ты тогда на левую разгружайся, Ваня. Да, Вань, на левую, а ты. Налево. А ты сюда тогда едешь. А я это, да, потом надо будет. Потом надо будет 2 сюда и 4 туда. Почему 4-то? Потому что он сейчас 4 там разгрузит. А это 4? А, да, 4 же. Я думал 6, что-то я. Одна килограмма полностью. Давай еще походки. Ну сейчас можно бортовые брать по 2 очка, в принципе. Не рискуя. Ой, ё, кто там сзади? Я развернулся. Блин, вот эти знаки тут поставили, ё-моё. Блин, на этих... Блин, не говори. Вошел, да? Да, врубился в знак, блин. Вообще нормально он на этих цепях, кстати, тоже копает. Мама, не горюй. Тоже обалденный этап, кстати. Так, сейчас надо идти попробовать в горку подняться. Че, гоним, короче, парни, до гаража, да? Да, до гаража. До гаража и берегу. Вообще не копает, мама не горюй, тут вообще офигенные сандалии. Но на них будет поворот тяжело входить. Если да не, идти. Нормально, я ехал. А, я ж ехал на Татровске. Ну по грязи они тоже роют обалденно. Я, блин, чайник скипятил еще, наверное, минут 20 назад. Уже, наверное, придется опять по новой сейчас для кафана. Закипятил. Не, вообще, крас вообще супер, да? Крас, да. Вообще, да. Ну, народу, наверное, нравится на дефолте играть. Никто не обращается за данным автомобилем. Хотя вот уже люди купили несколько машин доработанных. Радуются, вперед спасибо, обалденно. Еще там уже на будущие
доработки. Ну, мне тоже машина понравилась. Интересуется. Хорошая. Так, все. Где-то платформа. Снял я ее. Наконец-то. Так, что взять? Борт? Борт, да, какой-нибудь короткий. Борт. Ну, а прикинь, тут гараж бы наверху еще стоял. Я б не знаю, как тащили бы его просто по сумасшедшему. Я поеду на этих, на железных цепях. Так, парни, что я ставлю на этот, на паузу, побежал кофе делать и... Может, кто-нибудь меня вытащит для начала? Ты упал, что ли, опять? Да. Давай, я сейчас приеду. В гараж вернуться, в гараже нет. Паша, ты поехал или что? Да, я поехал, таски. А, я думал. Ваня, как видишь, Урале. Как видишь, скажешь, я заодно этот уберу. Ага. Да вон к стене его туда, как к гаражу подогнал. А, ты просто его хочешь выгнать? Да, я поставлю возле дома. Че, попробуй вернуться, не можешь? Сейчас попробуем. А, кстати, он может и вернуться. Или может он когда ушатанный не возвращается? Нет, не возвращается. А ты где, опять в реке? Да. Тебе прям нравится нырять-то, я смотрю. Ну я, кстати, я же возвращался нормально. А ты возвращался, может? Потому что если, может, твоя машина стоит, и машина целая была, нет? Тут машин нету вообще, не могу вернуться. Ну что, а он где упал-то? Там, где тот раз? Нет, уже в новом местечке. После, ближе к выходу с моста, да? Да. Я вижу, где-то там далеко. Ты не вытащишь меня. Копошитесь. Ты не вытащишь. Потому что у меня колеса уперлись. Колеса уперлись. Так, сейчас я в другую сторону поеду. Колеса к вам хоть поглядеть, что вы тут творите. Да ничего. Водитель плавает. Ну что, где? А где Ваня-то? Вытащил? Так я здесь. С бортом. Не вытащил еще? Нет. Давай, может, я попробую. Да его надо отсюда дернуть. А, подальше, то за знак. Ваня у нас водоплавающий. Ну не летит сейчас урон, да? Вот так он еще кверх ногами. Да. Обалдеть. О, все оторвал мне. От моста оторвал. Сейчас смотри на этот, на знак оденешься. Лебедкой, лебедкой тяни его. Не тянется? Тянется. Потихоньку. Ваня, ты колесами там пошурбурумкой. Влево-вправо. Вот он. Ты двигай. Он когда лебедкой тянет, он приподнимается, он легче идет. Ну что там? Надо перехватиться бы. Давай, отцепи его, я давай его вот сюда попробую. А он не уплывет у нас? Я уплыву. Отпущу. Нет, не уплыву. Сразу прихватился. А ты, Диман, в мост-то не надо его, надо его сюда тянуть. Да, сейчас мне бы водоплавающим не стать. Ну вот заодно время скоротаем. Пойдем покурить и будет утро. Дима, сейчас ты меня плавать научишь. Держись, я его пытаюсь выйти. Сейчас ты меня плавать научишь. У меня колесико все ближе и ближе к воде. Нормально, ты не будешь проводиться. У меня не заводится. Так он лежит на боку, конечно, как он лежит. Ну да. Паша, попробуй его за зад. Достает тебя? Его надо вперед тянуть, ты его наискось. Нет, зад, попробуй его взять. Да я выйду отсюда, нахрен, короче. Я уже три раза... Подожди, ну да, я туда встану. Сейчас попробую. О, сигналка работает, фары работают. Может, аккумулятор вообще целый. Сейчас я в знак укрушу, чтобы не лететь.
Я скриншот сделал, твоих колес красиво смотрится. Все, взялся. Ну, главное тебя сюда маленько приподнять. Тебя на колесо поставим. Вот сейчас бы Паша перехватился бы с другой стороны. Не-не-не, надо из-за моста, чтобы он тебя на мост не засадил. О, давай-давай, крути-крути. Да. Маленечко идет вроде. Идет, да, идет. О, крути-крути. Он сейчас мы по прям до морды до моей, если дотянется, вообще нормально будет. Не, вот сейчас бы Паша перехватил бы, я сразу встал бы на колеса. Нет, ты можешь просто потом вот тут под край моста зацепиться. Давай, а, сейчас да. Попробую назад, я сейчас еще отсюда. Угу. Ну, пошел. На колеса. Зря повернул, да. Ну. Давай, Паша, я его сейчас, если приподниму, ты не сможешь там кабину вставить. Не знаю. Подожди, сейчас я перееду. Еще перееду. Сюда подальше. Смотри, стой. Я вообще могу, знаешь, что сделать. За зад его надо зацепить. Не-не. Паш, заедь туда за знак. Зацепи его за зад. Культяпка не поможет. Почему она так-то нормально тоже толкает? Не зацепился там за мост еще? Нет. Давай-давай, колесами шурум-бурум. Он как раз вот в мост упирается. Я уперся в мост. За зад его, Паша, надо цеплять. Не надо ничего. Все, я уже полазил. Ползет. Сейчас колесами за мной зацепится. Задними. Да, наверное. Нет? Паша, заезжай за знак, зацепляй его за руку. Сейчас что, солярку сожгем? Да, за зад надо брать. А я, если что, отсюда сейчас кабину. Нет, я прицеп потерял. Трос какой-то сделали, как резина, не слышишь? Да, я видел. Подожди, я сейчас ставлю. И он туда, если упадет, на колеса он встанет. Давай. Тяни, Паша, давай. Да его надо было на берег, блин, вытянуть. Да его главное на колеса поставить. Стой, сейчас еще раз. Я завелся. Че было? Да я пытаюсь тебя поставить на колеса. Паша, ты езжай. Глянь, не ставит вообще никак. Че, Паша, ребят, не идет он? Это как раз. Ну, видишь, у него просто точек зацепа мало. Идет потихоньку, что? На колеса, вот его поставить, главное, на колеса. Подожди, Дима, ты сейчас возьми меня за перед, я встану на колеса. Диме понравилось тебя таранить просто. Дудс. Еще, толкай. Да куда? Я сейчас сам нырну уже туда. Ну-ка, дай-ка я сюда за знак зарулю. Блин, ну Ваня. Ну дал стране угля. Не. Уже утро. Ну да. Мы до следующей ночи будем ковыряться. Мы что, с моста как-нибудь попробовать кувыркнуть? Да. Не знаю. Че, все, пипец, походу. Да? Да, все, он не идет. Вот. Да, подожди к вам. А, вон. За морду его хочешь? А достала?
Достало. Ну-ка ты возьми за морду, я попробую еще раз буснуть его, может получится. Ты его тяни тогда, лебедкой. Его, да, его, кстати, сейчас толкнуть, он встанет. Сейчас, подожди, подожди. Он уже почти встал, наконец. Во. Встал? Да. Вот сейчас надо перецеплять его. Я, вот, ребят, все, давай, 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 сейчас. Давай его за перед я зацеплю. Давай, хватай его за перед. Он, если у тебя заведется, назад сразу заводись. И колеса вправо, и назад газу. Зачем? Ну, он чтоб от моста немножко отошел. Да ему наоборот сейчас хорошо, ему надо вперед просто газовать и влево, и все. А, все. Вот, ну, завелся? Да, вот, да. Все, он выйдет сейчас. Операция спасения закончилась. Вытащили кое-как. Такой помытый, красивый. Ну да, мокренький такой. Зато чистенький. Короче, сейчас еще весь день прокурим мы сходим, и будет вообще труба, да? Почему, 7 утра? Кукуем быстро. Я еще маленький. Так, я пойду заправлюсь, короче, надо заправиться. Да, солярка-то 141 литр. Выжгли. Ладно, я не буду заправляться. А, я сейчас автоматом заправить на этом, на гараже. А там до 200 литров только. Да, 200 хватает. Через край даже. Ладно, чё, ставлю паузу, пошли курить. Давай. Всё, пошла. Я уже заправился. Я тоже. Чё, погнали? Погнали. Паша, обгоняйся. Обгоняйся. Обгоняемся. О, камы, сейчас проверим на этой резине, как по камням у тебя будет вести машина. А я даже не чувствую их. Паша все на этих тапках поехал. Да, мне нравится вообще. Кстати, попробовал с цепями. С цепями тоже обалденные. Да, кстати. Ваня, ты куда там собрался уже? Так я в поворот не могу зайти. Тихо. Все, упал. Упал. Вообще упал? Нет. Давай, проезжай, Паша. Проезжай, его спасла ветка. Главное, чтобы он дальше не взлетел. Почему я в гараж реально не могу вернуть? Куда сделаю? Неудобно на этих колесах. Поворот обычно. Блин, его надо. Его надо как-то перевернуть. Давай, может, за морду возьми. Да, надо как-то за морду. Подожди, ты, Паша, Дим сам проедет попробует, потому что я ехал, несет колеса, видишь? Я повернул, у меня нести стало. Так, колеса выворачивают вправо. Я сейчас. Дерево. Колесами крути. Блин, за дерево слышно, выйдет. Курс, ну. Давай я ему зад сейчас подтащу. Давай зад. Главное, чтобы он вниз туда не ушел. Ты не отпускай меня, пока Паша перехватит, потом отпустишь. Давай я пока это тянь. Вот. Все. Ну что там, Паш? Что-то она не цепляется. Как не цепляется? Не достаешь? Нужно приблизиться. Блин. Я завелся. Давай зазад, может, поднимет тебя. Все, тихо. Я больше не поеду. Сейчас здесь полдня потеряем. Подожди, давай я его попробую отсюда зацепить. Подожди, давай его зазад попробуем. Его надо как-то перевернуть. Зазад, да. Не достает до зада? Достал. Достал. Да, блин, он там за дерево зацепился.
тащит потихоньку. Тащит, мы сейчас в дерево плюнемся. А, нет. Может, за морду его зацепить сейчас? Не знаю даже. Давай за морду его возьмем. Давайте я на Урал пересяду. Берись за морду. Взялся. Вот дерево прочное. Не парьтесь, давайте на Урале прокачусь. Вау! Тихо. Я себя чуть не перевернул. Обалдеть. Ну подожди еще, давай за зад попробую. Может за зад что получится. Взялся? Да. Помогли ему. Чтоб не мучился. Нормально, я его держу еще. Ни хрена. Охренеть, все. Я если сейчас его отпущу, он, по-моему, все, уйдет в реку. Ну уйдет на совсем, да. Так ты посмотри, я-то где-то что творю. Да я вижу, я наблюдаю за. Ты знаешь, как у альпиниста надо рубить конец, короче, чтобы не тащил. А ты не сможешь там, Дима, никак? Дима, держись давай. Ну он нифига, он там далеко, как его вообще достану. Дима! Все. Я в колесах? Да. Ну, ручник врубай. Какой ручник? Я в водичке купаюсь. Ну, поплыл. Да. Я уже на Урале сижу. Ну, все тогда. Взять, я вас догоню сейчас. Один раз так. Вот это я... раскорячился, слышишь? Сейчас скрин залеплю. Блин, камера так неудобна. Ой, у меня вывесил колесо даже. Наверное, давно хотел утонуть. Да ты все и метился. На Урале попробуем. Не знаю, нормально он на этих тапках чешет. Все, я тоже ушел. А ты где? Налево, направо? Ё-моё! О, Диман, стой вот так! Да нет, я давай за морду лучше зацеплю. Нет, мне за зад надо, за зад точно. За морду я тебя не подниму. Не надо за морду. Блин, надо было кажется, за зад. За морду, давай, она ты встанет. Ты меня назад бы вытянул как раз. Да встанет он сейчас, не бойся. Так и чё, и куда я вперёд-то поеду? А ты назад поедешь. Всё работает. Колёса влево. Паша. И назад давай. Надо было за зад. Нормально. Сейчас я подожду. Сейчас перезагружу. Ваня, отъедь назад. Сейчас отъезжаю. Видишь, что делать? Стой! Нормально, сейчас да я какой пос... нормальный? Я сейчас я уже взлетаю. Я тебя... Нафига ты отцепился? Потому что надо вот так за делать. За жопу? Конечно. Да я нормально, опоры, я тебя поднял. Опоры выдвинь, смотри, лебедку тяну сейчас. Ага, и что получилось? Эй, куда ты тянешь-то? Стой, ты сейчас сам упадешь. Да. Отъезжай, сможешь еще назад ехать? Надо дальше туда тянуть. Если он назад отъедет, то я уеду. Вот это скорее. Давай, Вань, ты тогда стой вот так. Стой. Давай, заперед. Стой, Ваня, стой. Да давай. не надо, он тебя сейчас просто загнет. Заперед я тебя возьму сейчас и поставлю. Паша, давай сейчас заперед, цепляйся передом за мой перед. И чё, у меня жопу вверх нормально забирает, у тебя будет. Мне фуру переворачивать. Я посажу тебя.
Давай. Колеса влево поверни и газуй. Давай, давай, газуй назад. Вот. Жесть вообще. Чуть не взлетел. Подожди, дай ему назад уеду. Ваня, давай назад. Куда? Ваня уже... Стой, стой! Да блин, за что я опять туда меня тянет? Ну, давай, подожди, стой, возьму тебя лебедкой. Стой. Давай, стой. Все, да мне не надо, я выбрался туда. Все, вырубил. Опять не режет. Вытащи меня. Чуть-чуть не хватает. Ваня где? Утонул? Нет, еду. Сейчас, если я здесь не кувыркнусь. Вот, еще не хватало. Ох, чуть-чуть не кувыркнулся я. Я не знаю причину курков. Это резина. Да, кстати, резина. Вот мне не хватает маленечко буквально. Чуть-чуть не хватает. Зараза. Карабкается там. Давай, Дима, дерну. А сейчас до этого подниму чуть-чуть. Лебедка тяни. Все, поехали. Газуй вперед. Солез. Все-таки есть, есть где можно. Я говорю, был бы тут какой-нибудь пенек. Можно было бы и в одну сторону, и в другую тут перелазить. Опс. Это я как-то неправильно пошел. Да и меня тоже что-то, я морда съехала. Ну, сейчас нормально. Что-то круто. Урал вообще еле-еле. Ну да. Урал это не крас. Блин, а скалу бампером просто помял. Мы тебя отремонтируем, не переживай. Блин, он весь так еще перегибается такой, да? Краса. Знаки, стой. Тут знаки, блин, знак впилился. Вот. Не сбиваются, да, они вот плохо? Ну. Так ты их вырвал, что, вы не вырвал их? Не. Ну кого его так-то не собьешь, какой там вырвал?
блин, знак персон. Вообще он на этих цепях тут роет. Обалдеть, смотри. Ну, он что-то легко как-то идет, да? Тебе не кажется? Нормально. Сейчас я нас на Урале попробую. Ну, что-то я с ногами тут запутал. Так, ну все, я загружаюсь. А, нет, застрял. Тык-тык-тык-тык. Вообще он на этих тапках, мама, не горюй. Да, по сравнению с Крас и Урал, Крас легковушка. Реально легковушка, я со стороны посмотрел. Да вообще он на этих цепях, он на этих колесах роет просто. Обалдеть. Давай на ровную поверхность выйдем. Ё-моё, промахнулся. Ох ты, я пиндос вырвал. Вот эта машина. Я вылез. Куда на ручнике едет? Кто-то там задом кто-то пячется. Убираюсь, да, тут. А тут вообще жесть какая-то. Я тут уже третий раз гружусь, намесил тут. Колея просто даже до форточки у кабины. Оба. Объедешь меня? Здесь нет. Куда ты лезешь? Слева. Подожди, стой. Ты проедь вперед лучше, там пошире. Вот где кустики. Ты влево сейчас прижимайся, как можно ближе влево. Куда ты полез? У него резина же хорошая. Ай! Стой. Вау, стой, Паша, скрин надо сделать. Далеко уехал, назад немножко. Оп. Так, а ты забрался куда? Да вообще жесть. Раз зверюга, да? Вообще зверь. Обалдеть, как он так лазит, прям как-то нереально. О, Ваня, там уже опасный поворот прошел. На вертолете? Ну. Да. Ребят, темнеет, давайте быстрее. Впереди мост. Ох ты. Кто-нибудь видит, как у меня колесо висит, нет? Да, ты там внизу. Блин, ты завалиться можешь. Нет. Мы на ручнике сейчас поедем, ничего не завалимся. Ага, вон тебя что-то как-то сносит в жопу. Подожди, может, Пашу, может, он тебя на трос возьмет. Да ладно, с чем мы вылезем. Нормально, да. Я уже научился. Крас меня научил. Тихо-тихо, раз. Что-то Урал гонит, то не едет нифига. Стой, Диман, не подпирай меня. Вот
хватает места? Да, вроде хватает. Да, все хорошо. Урал как жвачка, гибкий ужас. Тоже весь такой перекатывается. Да. Дело по ночи. Дело, да, перед ночью. Опять по темноте полезем там. У меня сейчас интернет вырубится. Кнопка моргает. А у меня кнопка моргает. Она когда моргает, интернет вырубается. Быстрее доехать хотел. Не жди нас, едь тогда. Разгружай, на которые 6 очков, на ту разгружайся. Я успею. Я тем более на бок лег. Нет, вылез. Кто там скриншоты делает? Я. Молодец, какой Урал. На бок. А, я думаю, где Диман? Диман ясно где уже. Он там по горе опять. Да что за ветка здесь, блин? Блядь, мне жену ехать забирать надо. Я заигрался. 7 час у нас уже. Телефон вырубить нахер. Скажешь, батарейка села. Жена потом видео посмотрит, скажет, ага. Я скажу, ты и днем играли? Так ты же говоришь, что за женой надо ехать. Я запомнил где момент, когда ее заговорить. Че, тебя дернуть? А Паша пусть дергает, чтоб мне заснять-то как. А то я че, сам себя буду снимать, что ли? Опасный поворот. Нет. Лезу, Диман, сейчас подъеду. О, у меня соляр, что-то 59 литров осталось. Ого. А ты не заправлялся? А-а. Эти тапки нас жрут больше. Чик. Вот это опасный момент. О, он сейчас ляжет на... Нет, не лег. Фу. Ты хотел его к этому отправить, что ли? Когда? Крал. Поехали, Паша, поехали. Ну не лег. Да, смотри, лебедку сделали этот трос такой резиновый. Так я пока сбоку стану, пойду машину поставлю на подогрев. Ой. Сейчас, быстро. Давай. Да блин, эти знаки. Я тебе тапками уперся в этот знак. Могли бы дальше их поставить, да? Но узко сделали так. Так, заправить надо. А у нас 22 градуса. Нифига себе. У нас 3, что тает. У нас 10. У меня у машины температура минус. 3. О, смотри, 200 литров он на гараже забивает. Да, он до 200 забивает и все. Нормально. Ну что, погнали. Так, у меня 200 литров не хватит. Домик. В домик. Заехал к сторожу в домик. Как раз здесь разворачивался, кстати. Здесь приехал, это не может развернуться. Ну, что делать?
Ну да. Ваня, твой любимый мост. Ваня опять там на полном ходу шпарит на Урале уже. Не переверни его. Нет, аккуратненько. Аккуратненько сейчас. Ваня там прицеп роспуск валяется. Да. За мостом. О, я поскочил. Ох, я разогнался на красе, там мама не горю. Ваня, убегай. Затопчу. Он не больше. Оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, чуть не кувыркнуло. Ёлки-палки. Чего там? Это чуть не заглох по уши на уроде. Один чуть не заглох, другой чуть не перевернул. Тихо. Да чуть пошли. Не ехал. Обалдеть, он на этих цепях копает. Так. Ползу. Как черепахи. Не, кому-то придется меня там не тянуть, я застрял. Ползет он у тебя. Я уже, он вылез. А, нифига, там Дима опять. Обходными путями. Где там Ваня? Там вон лезу. Лезет? Да. Так, я, короче, дальнюю пилораму разгружаю. Ну, а я эту. А я, как всегда, налево. Они даже, сюда же два очка нам. А что там? А вам налево надо. Да, ты. Ну и все. Последняя разгрузка. Финальный гудок. Нет. Топливо расходное 414. Грузуков разблокировано. Подведем местности. Че, все. Так что, парни, сразу самый лучший. Заходите в группу, пишите в личку, будет у вас супер тачка. Да, тачка вот точно вот супер, вот это вот прям. Ну она, вот я говорю, из тех, что вот сейчас есть, да, Урал 375-й КРАС, вот этот 260-й и КАМАЗ, ну КАМАЗ не сильно так на проходимость послабже он будет, вроде. Ну там, по-моему, тапки там стоят такие высокие. Так что ладно, ребята, смотрите видосы, подписывайтесь на канал. Да, кстати, КРАС один минус, он плавать не умеет. Пишите в личку, да. Пишите в личку, можно даже поиграть там, смотря кто насколько адекватен, как бы, и будем кататься, если что. Так что все, давайте, всем пока. Всем пока. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, заходите.